Погоди, погоди, сюда. Чайки, блядь. Ну чё? Не знаю, вру. Здорово, щеглы, сегодня своими руками будем делать картофелеровую пушку. Аннигиляторная пушка! Берем у мамки 350 рублей и погнали. Ремонтная вставка 110 и заглушка для нее. Переходник 110 на 50 сантиметров. Метровый ствол диаметром 50 сантиметров, ремонтная вставка 50 для ствола будет затвором. Это неведомая хрень, называется ревизия, как в магазине, только труба, ха-ха. Пачка SMRZV нужно всего штук 20. И конечно, не обойтись без эскалточа, говор хуже раевшая на эма. Эльта и зажигалка из эмаганита. Какая-нибудь огненная вода подойдет дезодорант. Так делать дома не надо, а то спалите все нахрен. Теперь пробуем вес эту дичь собрать в ЕДННО. Вот такая ВЛПНА должна у вас получиться на выходе. Еще нужно сделать отверстие в стволе под затвор, чтобы заряжать КРТФН было проще. Зачем этот дебель делает это дома? Точно дебил. Вот что получается в итоге. Кусочек ствола для калибровки и снаряда. Очень хорошо для стрельбы подошел очиститель монтажной пены. Вот затвор для заряда. Вместо зажигалки пришлось взять шало. КР стабильней, работает, поджигает смесь через 2 СМРЗА. Ну что, погнали стрелять, LEDS гол. Мутим снаряд. Само САБО заряжаем пушку. Много не прыскай, мата не будет стрелять для выстрела, нужно, чтобы внутри был кислород, это важно. Снимаем с предохранителя и стреляем, нажав на шокер. И картошка пропадает в небе. Отличный результат. Держишь так, так еще и под наклоном. Все, всем спасибо за просмотр, пока.